Всем привет, дорогие друзья, с вами Ромус и Никита. Поздравляю. Всем привет! Сегодня будем играть, ребят, на новом мини-режиме на Кристалликсе. Ему уже успело пройти своеобразный день рождения, ему сколько, неделю или побольше? Не знаю, но в общем, он вышел, ребята, и мы должны его обязательно записать. Делаем это для вас, ребят, делаем это для вас. Оцените превьюшку видео, ребят, как вам, по 10-бальной шкале, напишите обязательно в комментариях, пацаны. Ладно, мы начинаем. Итак, в чем фишка режима вообще? Ребята, вы заходите сюда, и у вас есть блоки. У вас блок будет циферки 1, единичка. И через время появится еще один блок. Вы можете взять правой кнопкой мыши его, донести до другого, вот так, оп, и скрестить их. У вас будет 2 там. И так делается, ребят, со всеми блоками. Вы скрещиваете их между собой, улучшаете таким образом. У вас теряется немножко доход при скрещивании, а у вас объединяется блок, то есть освобождается место. И при нажатии на него вы будете получать больше, чем нажимали бы на более плохой блок. Вот и все, ребят. Так это работает. Далее. Мы заработали денег, и нам нужно прокачивать вот эти вот штуки. Стартовый блок улучшения. Вот зря я его улучшил, не хотел, ладно. Это у нас улучшение блока, который спаунится. То есть он будет спауниться заранее с более высоким уровнем. Чтобы они быстрее спаунились, вы заметите, что они реально медленно спаунятся поначалу. Вам надо скорость спауна прокачать. Мы нажимаем сюда, и у нас они будут спауниться быстрее. И вы сможете бегать, зажав Ctrl, допустим, и вот так вот все скрещивать быстро между собой, быстрее, чем какие-то инопланетяне это делают. А кстати о них, тут летают такие разные НЛО. Чтобы его заполучить, нужно войти в магазин пришельца, нажать правую кнопку мыши и получить пришельца. Ну, конечно же, за это стоит отдать деньги. Сколько стоит пришельца? А ты посмотри, он с каждым разом все дороже и дороже. Ого, у меня 500 тысяч. Вот. Это очень много. Ну, после какого-то момента это уже будет для тебя копейки. В общем, покупаете пришельца, и он может не иметь способности вообще, а может иметь некоторые бусты. Это может быть уменьшение задержки взятия блока этим пришельцам, плюс доход, плюс калибр с токеном, то есть монеткам за перерождение, или плюс к скорости вашей, то есть могут быть разные бонусы. И нужно выбирать самые полезные для вас. Также за ребис токены, которые вам даются после перерождения, вы можете купить еще один слот для пришельцев. И после перерождения какого-то вам откроется планета. Допустим, это после 3 перерождений. И вот здесь так все находится, и здесь можно дополнительно прокачивать за реберс токены, за деньги за перерождение, какие-то ваши интересные способности. Например, я подбегу к кузнецу, нажму ПКМ, она не нажимается, конечно же, а зачем? Ладно, давайте к другому подбегу. Подбегу к магу, к волшебному магу. И за 202 поинта мы можем купить буст к реберс токену. То есть мы будем перерождаться и получать больше на 10%. Классно же, классно. Так, фермер. Буст к доходу. Отличная вещь, купим. Плюс 10%, это очень приятно. Конечно же, очень приятно. И так вы можете делать на разных планетах. Далее, ну, раз уж я заговорил про перерождение, как же его делать? Мы подходим к этому чипсу под названием Рибирс, нажимаем на него, и здесь написано цена за перерождение. С каждым уровнем, каждым перерождением, точнее, она будет все больше и больше. После того, как купите эту сумму, перерождаетесь, и все, у вас появляются эти деньги на счету, фиолетовые монетки. Ну и вы, собственно говоря, их тратите и быстрее апаетесь. Вот так это устроено, ребят. Что можешь, Никит, сказать по этому поводу? Как тебе механика? Звучит очень интересно. Я бы сыграл побольше этот режим. Как ты думаешь прокачиваться? Прокачиваться? Да, что ты сейчас делаешь? Как фармишь? Я потихоньку нажимаю на самый большой блок и просто-напросто собираю блоки в один большой. Они у тебя как быстро спавнятся? Че ты вкачал уже? У меня сейчас... сейчас найду. Скорость спавна 4,2 секунды. Максимум блоков 9 и стартовый блок 8. Уже 9. Уже неплохо, кстати, уже очень хорошо. Самое приятное — это стартовый блок, вот, и в какой-то момент максимум блоков, чтобы побыстрее спавнилось. Но это когда ты супер быстро бегаешь и все супер быстро скрещиваешь, на самом деле. Ну, стартовый блок, в общем-то говоря, самое ценное, самое такое, на что стоит копить, потому что вам просто придется меньше бегать, меньше скрещивать, то есть это имбалюта. Вот и все, что можно сказать об этом. Вот, ну, конечно, можно очень сильно вкачаться, не покупать реберс и покупать много-много-много пришельцев. Это, на самом деле, кстати, классная тема. То есть, видим, сейчас вот тут за... тысячи, за миллионы уже пошли пришельцы. И вот так мы покупаем и смотрим, может, что-то интересное выпадет. То есть, что у нас тут есть? Вот такие, видите, у меня есть пришельцы. Гарри есть. Гарри Поттер. Это, видишь, сейчас шанс двойного апгрейда у меня стоит.
Я, видите, взял с доходом. С доходом пришельцев, потому что буст к деньгам, это всегда приятно. Поэтому других мне сейчас брать особо, наверное, нет смысла. Хотя, видите, двойной апгрейд даже повыше шанс есть. В общем, разные есть интересные пришельцы. Плюс 1% есть. Понятно. Вот так, ребята. В общем, вы покупаете пришельцев, ставите их, выбираете лучшие из них. И под конец, когда вы до реберса доходите, ставите все слоты пришельцев с бустом реберса, чтобы вам побольше коинов дали. Ну вот и все. Это такое быстрое, такая быстрая стратегия успеха на данном режиме, чтобы вам помочь выбраться в топы, чтобы вам помочь занять первые места. Вот так. А напишите, ребят, в комментариях, какая у вас тактика. Может, вы знаете более крутую тактику? Кто его знает? Напишите. Напишите вообще, на каком месте вы в топе, если вы в топе. И хотите ли вообще занимать топ? Никита, ты бы хотел быть на самом первом месте? Конечно же, я бы хотел. А ты знаешь, как этого добиться? Ну, мне кажется... После ролика уже знаешь. После ролика узнаю наверняка. Че у тебя? Че у тебя по бабкам? Какой доход? Сколько денег? По бабкам у меня доход уже 3000. Ух ты. Так, а уже даже... 3.20, ну, короче, супер быстро. Угу. Мне кажется, можно спокойно 500 тысяч, чтобы первый инопланетянин купить. Нет, это имба, инопланетянин — это дикая имба. То есть, представь, ты встал в АФК, и пока что ты стоишь в АФК, допустим, ночь, он все скрещивает. Подожди, он, то есть, сам все это делает? Он сам все это делает, да. А, нифига. Правда, он медленнее гораздо, чем ты это делает, поэтому нужно... выбивать хороших, которые быстро это могут делать, которые... В общем, это такая наука целая, да? Это везение, чтобы тебе хороший попался. Но, с другой стороны, попадется, так все классно. Ну, не попадется, ладно. Просто подольше придется афикашить. Вот и все. Я, короче, сейчас на первой самой локации, на первой планете. Знаешь, как легкий буст сделать себе, завоевать? Также? Вот ты просто идешь в центр карты, видишь, там лава потерпела крушение. Там есть паркурчик. Вот ты его проходишь, и тебе дает буст дохода. И ты молчал все это время? Все, а только сейчас вспомнил. Я сейчас пойду, все. Я тоже уже побежал проходить. Я уже на серединке, короче. Главное не упасть, понимаешь? Ну, вроде простой, тут как бы сложно упасть. Я первый раз прошел на втором уровне. Вот я упал профессионально. Я первый раз прошел на втором уровне, это на второй плане, точнее. И для меня это было удивлением. Типа, я просто так прошел, я даже не знал, что там есть буст. А он есть. Я с теории ты можешь, ну, условно... запрограммировать бота, осуждаем, конечно, не поддерживаем, который будет просто по маршруту проходить, и все, и у тебя бесконечный буст. Черт, я упал. Ну, надо так делать, чтобы ты не падал. Капец, тут так страшно паркурить на такой высоте. Все, я дошел до верха, вот это есть буст дохода плюс 100%. Я забрал его. Все, доход плюс 100%. Он, кстати, быстро проходит, если сверху подлоска будет уменьшаться, но он дается. Я, кстати, тоже добрался. Видишь, она постепенно уменьшается, подлосочка. Блин, а что так быстро? Ты можешь еще раз пройти, правильно? Лол, я пока искал все это время, я уже накапал много денег. У меня уже 250 тысяч. То есть почти пол лимона уже. Да-да-да. Офигеть. Так, так. Ну, будет доход, на самом деле, очень приятная тема. Я могу сейчас, то есть, как только доход исчезнет, снова туда полезть? Конечно, да, ты можешь сразу лезть туда, и все. Лол, да это же страта номер один. Нет, это очень классная тема, реально. Так, в итоге у меня 365 тысяч. У меня 8 слямов всего лишь. Всего лишь? Да. Не, правда, это мало, потому что я сейчас только что купил еще стартовый блок, до 20-го левела вкачал. Теперь у меня зеленые блоки спавнятся изначально, там на которых 20 тысяч, вот. Сколько тут реберсов максимально, кстати? Тут, знаешь, в топе по реберсам 28 минимум, 59 максимум. Перерождение. Перерождение? Да, у меня есть 3, точно. То есть я не помню, где это смотреть, но у меня есть точно 3. А может, даже больше, но 3 это точно есть, потому что я на другой планете уже этой. То есть, ну, недалеко до топа, там 29 внизу, понял? Ну, в принципе, если посидеть, то можно, наверное, и в топ попасть. Да, за топ что-то дают. Да. Валюту на личный кабинет. Чтобы ты не донатил, чтобы ты бесплатно донатил. Неплохо. Ну все, значит, будем... Я упал, на самое днище. Да, и с таким звуком это делать. Кстати, еще, получается, паркур делится на две части, именно по платформам зеленым, либо там какой-то суперсложный вариант. Суперсложный? Где? Или это, или... А, нет, это мне просто кажется, это на самом деле просто текается. На самом деле, в каком-то моменте такое есть место коварное, на котором легко упасть. Ты на нем падает. А, ну, пока ты падаешь, я уже снова дошел до дохода. Красавчик. За это тебя любят ребята все в интернете. То, что сейчас ты... еще... О, все, да. Слот для пришельцев. Пока ты падаешь, Никита поднимается. Так это и работает в жизни. Ты можешь, кстати, и сразу проходить еще раз. То есть, то, что ты как пройдешь, ты уже будешь, ну, у тебя будет условно закончиться или будет заканчиваться, ты просто ступишь, оп, все, плюс доход. Так, все, иду снова за бустом.
Ну-ка, сколько там топ куплено пришельцев? 638. Ну, это на самом деле, наверное, чел просто упоролся жестко. То есть он не делал реберс, просто копил бабки. Афкажил все время и просто покупал пришельцев по КД вместо реберсов. Мне кажется, чтобы войти в один из топов, нужно забыть обо всем остальном. То есть, если это реберхи, то ты не копишь вообще, там максимально быстро перерождается. Потому что, ну, смысл тебе копить, тебе нужно перерождаться. То же самое с пришельцами. То есть, у тебя на них бабки могут быть в бесконечном количестве в одном случае, когда ты не перерождаешься, когда ты не тратишь на это бабки и время, потому что после перерождения у тебя все обнуляется. Все, кроме купленных пришельцев, у тебя обнуляются слоты, которые ты купил. У тебя остаются только пришельцы. И остаются что? И остаются реберстокены. Все. Но реберстокены, они же эти. Ну как-то... За них бусты покупаешь, да. Ну вот. Вечно. Но там типа как обычно, это же подобие кликера. То есть на самом деле, как происходит система перерождения? Вот ты копишь сколько-то денег, вот накопил. Затем ты должен переродиться, допустим, вот у тебя, ну чтобы получить, ну вот так, допустим, я возьму, например, просто 3 токена получишь за перерождение. И то есть в следующий раз ты должен переродиться, допустим, ну в 3 раза больше. То есть если ты перерождался с 3 токенами, то 9 и так далее, ну плюс-минус. Ну типа того, токенов там будет больше, если еще тем более ты будешь покупать буст для токенов, еще ты будешь инопланетян брать бустом, то да. Так, новый пришелец, плюш. И что он может? Так, посмотри. Так, двойной апгрейд, 2 шанса. И все. В общем, типа, да, и все. Ну, это, конечно, не самое крутое, но ну, это уже прикольно. Апгрейды, мне надо апгрейды покупать, то есть я могу спокойно сейчас идти и апгрейдить на что-нибудь. Ну, наверное, да. Ну, ты апгрейд, конечно, первый желательно стартовый блок. Вот на пришельце это уже что-то. То есть, если ты зафикажешь, он будет за тебя все делать. И он и так за тебя все делает, просто ты это быстрее делаешь. Ну да. Он только не покупает ничего, он просто переносит блоки. А, то есть любой пришелец перетаскивает блоки, но. Но они еще имеют пассивку какую-нибудь. То есть вот так, да? Они могут, да, они могут плюс доходу давать, двойной апгрейд у тебя, могут давать бонус к скорости, могут сами себе давать бонус к скорости, чтобы быстрее блок переносить. И могут давать реберс токен. То есть. При перерождении у тебя будет больше токенов. Помни, пожалуйста, где ты говоришь... вот нашел. Там этот... Ребиртк. Да, все верно. Так, где-то его... Какая у тебя стоимость там? 2 биллиона. Угу. То есть... 2 миллиарда. Да. У меня 15 миллиардов стоит. И даст мне 880 токенов на данный момент. А у меня доход 2 ляма. Секунду. Ой, в тик. Тут написано в тик почему-то. Не знаю, так это или нет. Ну, что-то тика никого нет. Так. Ну, тик это 20, типа, в секунду. А, я понял. Вот. Ну, не знаю, правда это или нет, но, допустим, правда. И что? И ждем, копим, ждем. Вот такой режим, ребята. Я надеюсь, что очень понятно, очень просто вам все объяснил. А напишите в комментариях, как вам режим, хотели ли больше таких выйти на канале и на сервере. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята. Благодарите Никиту в комментариях за то, что составил компанию приятнейшую. Вот. Пишите в комментариях, звать ли еще Никиту в большее количество роликов. Он в соло выводит ролики. Это профессионал, ребята. Это человек YouTube просто. Он основал его. Если быть честным. Поэтому все. Лайки, подписки, комментарии, колокольчики. Да вы все знаете, ребята. Вот все изображено на экране. Что тут? Что придумывать-то, да? Все. Всем спасибо. Пока-пока. Попрощайся, Никита. Свидания, ребят. Юху.